Как меня это уже задолбало. Как я могла попасть в тюрьму, ё-моё? Всё же шло офигенно. Кто смог вызвать полицию? Как? Слышь ты, бабка, что ты там мямлишь? Это ты с чего ко мне подошел, а молокосос? Ты слышишь, бабка, ты как разговариваешь? За словами-то следи. Слышь ты, молокосос малолетний, я убила 33 человека. Думаешь, я с тобой не справлюсь, молокососин? Если ты выше меня, а я ниже тебя, это не повод, что ты круче всех здесь. Слышь ты, молокососина, ты хочешь напасть на старенькую бабушку? Которая была серийным убийцей, которую показывали по телевизору, у которой муж дома был маньяком, который убил 103 человек? А, так я тебя знаю, так это ты голову в кастрюлю принесла. Вот, на, отвечай за свой базар. Ай, блин, блядь, как башка болит. Теперь ты будешь знать, как тут разговаривают. Ладно, я пойду посплю, похраплю. Эй! Чё ты акаешь? Ты чё мой пульт отобрал, молокосос ебаный? Ты как разговариваешь? Чё, ещё хочешь получить? А ты пойди-ка бы ты нахуй! Ты чё, офигела так разговаривать? Слышь ты, фраер сам, ты с какого района? Ты с какого попутона меня здесь лазить? Ты пойми, я просто возражу свои силы и убью тебя об стенку! Чё ты за чушь говоришь сейчас? Короче, все, мне это надоело. Ай, блядь! Ух ты, так, бабка, а что это у тебя тут в руках? Пиццу верни, иначе я тебя убью. Мы с него вернулись. Ты чем ты еще говоришь? Получи по своей репе! Наконец-то! Ты думал, что я такая слабая? Получи по заслугам. Как вы могли упустить эту бабку? Вы хоть понимаете, у нас есть большие проблемы. Она может в любую секунду убить хоть кого. Она может добраться до тебя, до меня. Может хоть до кого добраться. Она не такая уж и слабая, как и для своего возраста. Ты пойми. Ты да, ты ее поймал, получил свою премию. Но если ты ее не найдешь второй раз, то... Я тебе заберу всю премию и сокращу. И ты больше на этой работе работать не будешь. А еще я посажу тебя на тюрьму. Подожди, а как я ее найду? Она же может в любом месте быть. Она может вообще за границу уехать. Или не знаю, туда там, в Антарктиду. Я не знаю, куда она еще может уехать. Ты что, со мной перерекаться будешь? Ты поедешь хоть в Антарктиду, хоть в Мертвый океане будешь плавать, чтоб ее поймать. Иначе ты на этой работе не будешь работать. И я выгоню тебя со скандалом, и тебя больше никуда не возьмут, и ты будешь бомжевать на улице. А ты же знаешь, что в нашем городе бомжей не уважают, и сразу сажают на бутылки. Блин, ну ладно, я вас не подведу. Я надеюсь, ты меня точно не подведешь. Как же круто жить один. Можешь играть хоть сколько. Родители уехали на 2 года целых. Офигеть вообще. Ух, а буду играть вообще. Поем. Могу есть, когда захочу, капец. Капец, кто это там вообще пришел? Заходите. Здесь же живет семья Голубиновых? Ну да, а что вы хотите? Так, мы у вас просто забираем все имущество. Ваша семья уже не платила налоги и долги уже 5 лет. Говорили, что искали ребенка. Ну, а мы не можем вам просто так оставить все имущество. Ваш дом мы забираем и сносим под торговый центр.